Наша служба и опасна, и трудна. Сотрудник по обеспечению безопасности. Следим за соблюдением порядка на острове. Я ни разу здесь не был до того, как вот приехал на работу. Попал в 2007 году. Сослуживец спросил, не хочу ли поработать на острове Кижи. Согласился, приехал. 21 вроде или 2 июня. Приехал вечером на вечерней комете. Никого нет. Думаю, что это за место такое? Ну, красиво, да, необычно. Такого, наверное, нигде и нету. Такого не видел никогда нигде. В таких музеях просто не был ни разу. Как человек общительный, мне тоже интересно пообщаться с кем-нибудь. Тем более здесь на острове встречал знаменитости. Я фанат как бокса, я его сразу приметил. Сергей Ковалев, чемпион. Из актеров Николай Носик был, Макарский был. Спрашивайте, отвечу. Честно? Нет. Искренне, но не честно, может быть, где-то. В городе семья, зимой и летом здесь все. Летом, конечно, больше времени здесь проводим, все вместе. Двое детей, девочка-мальчик, мальчик старше, девочка младше. А как сами познакомились? В 2007 году, когда приехал сюда, здесь и познакомились. Ну, как в экскурсионном отделе зашел со всеми знакомиться и обратил, что есть вот такая красивая, симпатичная девушка, сразу влюбился. И с 2008 года мы уже вместе. Как ухаживал. Больше, наверное, внимания уделял. Здесь, конечно, никуда не пригласишь сильно, но гуляли, общались, пока своего не добился. Увлечение, у меня увлечение спорт. Да, спорт для меня это вот с самых таких даже с младших, наверное, лет. Понравились коньки, я никогда не умел кататься на коньках. Но тут пару лет, когда был в городе, на каток ходил. Сейчас попробовал, да, получается. И мне очень нравится. Ну, отжаться от пола 50, вот пробовал, да, могу. На кулаках пока не пробовал. Но думаю, что тоже... Мировой рекорд не побью, но будем стараться. Родился в Якутске, жил до 2 класса 8 лет, потом в Петрозаводске 1.5 года, на Украине 7 лет. Папа сам с Украины, мама сама с Петрозаводска, но вот в Якутске встретились. Вот так помотало нас. Это у меня было 3 школы, это точно, если не 4. И после этого сам люблю путешествовать. Я очень люблю путешествовать. Где только не был. Узнавать новое, смотреть, как живет народ, как вообще, как это сказать, обстановка внутри другой страны. Интерес. У меня мечта это Испания, так что я Испанию еще раз съезжу и не раз. Стараюсь выучить испанский язык, да, потому что он нравится. Ответственный, да, человек ответственный. Интересуюсь всем. Вот много интересного узнать. Да, любознательно.